вами магазин Instrument Center. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании YATA. Код товара YT14501. YATA — это профессиональный инструмент. Инструмент проверенный и имеет массу положительных отзывов. Начнем с упаковки. Вот такая упаковочная коробка идет сверху на кейсе. Информация, которую указывает производитель, 56 предметов. Рабочий квадрат в наборе 1,4 дюйма, то есть маленькая трещотка. CRV, кромбонадиевая сталь, механизм изготовления инструмента. И CRMO, это хромолиденовая сталь, изготавливается сам внутренний механизм трещотки. Трещотка на 72 зуба. С обратной стороны указывается комплектация набора и где данный набор изготавливается. Такая прокладка идет между двух крышек. И самый обычный поролон. Так, трещотка. Трещотка маленькая, 1,4 дюйма. 72 зуба, мелкий шаг. С реверсом, быстрым сбросом и фиксацией. Рукоятка комбинированная резинопластик. Трещотка имеет небольшой изгиб. По надписям. Почему мы постоянно в видео напоминаем надписи? Потому что об этих надписях очень много люди задают комментариев при заказе. То есть они считают, если надписи есть на инструменте, то есть логотипы, маркировка, то это значит инструмент не подделка. Поэтому постоянно в наших видеообзорах указываем, что есть надписи на всех единицах инструмента. Трещотка, логотип на ней YATA, CRV, хромбонадиевая сталь и номер по каталогу YT0731. Длина трещотки составляет 160 мм. Отверточная рукоятка. Длина 150 мм. Может применяться или головки. Можете одевать. Также использовать удлинители для труднодоступных мест. Также есть прицелительный квадрат сверху на рукоятке. Сюда можете также трещотку или Т-образный вороток вставлять. Так, через здесь переходника нет, то есть биты уже идут с переходником в наборе. Или использовать как отвертку. Биты далее я покажу. Ручка полностью из пластика. Также логотип и CRV, хромонадиевая сталь указывается. Кардан 1,4 дюйма. Скреплен кардан металлическими вставками. Далее, переходник. Есть в наборе переходник с 1,4 на 3/8. То есть можете использовать трещотка 1,4 дюйма, головки от 3/8 дюйма. Если есть дополнительный набор. Так, теперь головки. В наборе шестигранный профиль. Головки короткие, длинные и торкс. Головки короткие. Общее количество 12 штук, 6 граней. Самая маленькая головка на 4 мм. Так, самая большая идет на 13, шестигранная. Головки торкс. Общее количество здесь 6 головок. Самая у нас маленькая Е4. И самая большая 10 мм, Е10. И головки длинные. Общее количество 8 головок. Самая маленькая 6, самая большая на 13. Ну и также маркировка присутствует на головках. Не буду повторяться еще раз. В верхней крышке удлинители. Три удлинителя. Это гибкий 145 мм для труднодоступных мест. И два удлинителя обычных. 75 и 150. Единственное, что отличает, здесь удлинители идут шаром. То есть можете работать головкой или битой под небольшим углом. Видите, он ходит. Это удобно, если нужно где-нибудь подлезть в труднодоступном месте. Три удлинителя. Так, Т-образный вороток, длина 150 мм.
и набор бит. Общее количество 22 биты. Биты идут уже с переходником. И называют еще биты с адаптером. Профили Torx, шестигранные биты, шлицевые и крестовые. Материал изготовления набора, хромованная одевая сталь. Гарантия на инструмент, кроме бит, 1 год. Потому что биты это считается расходным материалом. Кейс состоит из двух частей. Скреплен пластиковой зависой, внутри металлический штырь. Сам замок пластиковый. Запирание. Легко закрывается. Ширина кейса 26,5 см. Длина 18, высота 6, вес набора 1,8 кг. Логотип ЯТА и код данного инструмента. При заказе инструмента, если вы оставляете комментарии на нашем сайте или подписывайтесь на наш канал, мы делаем дополнительные скидки вам при заказе. Спасибо за обзор. До свидания.